Вставай, пора. Да. Давай, мы выпрыгнем равно за тобой. Окей, я постараюсь. Давай, итак, всем привет, дорогие друзья. Собственно, вот нас скинули с самолета. И что сейчас... же мы сейчас летим на какую-то дорогу непонятную? Да. Это продолжение зомби-апокалипсиса, ну, которое многие ждали, которое собрало дофига большую сумму, я вам скажу, 400 тысяч просмотров на первую серию. Это просто нереальное количество, я не знаю, такое вообще возможно, но походу возможно. Походу реально возможно. Так, я, к сожалению, никого из вас пока что не вижу, потому что мы, я тут наверху. А Вика, собственно, летит вместе со мной вот тут на одной траектории. Привет! Да, я уже, собственно говоря, прилетел. Тут у меня какой-то цветочек. Да. Все, давай, прыгай. Так. О, приветствую вас, дорогие друзья. Да. О, пошли, пошли в эту медицинскую машину, я помню. Медицинскую давайте. Машину, хорошо, пойдемте, ребята, пойдемте. Так, оп, тут так. У нас... О, я нашел аптечки. Так, одна мне, другая тебе. Так, черт, у меня что-то подлагивает немножко. Ну ладно, это нормально. А. Так, окей. Вика. Тут я сейчас, да. Я сейчас нашел один домик деревянный. И тут у нас есть пузырек воды. Забрать пузырек воды или он не нужен нам? Ну, тут как бы пить не надо, это же тебе не дейс, так что думаю, не ну, надо. Ну, ладно, а тут у нас еда, поэтому ее я заберу. А Вика, что у тебя за оружие, я забыл? Сколько у меня М249. Пулемет, сэм. У меня столько жратвы, я просто сейчас, не знаю, могу каким-то поваром стать. Слушай, Вика, короче, ты будешь выбирать нам дом, где, короче, жить будем, тыры-пыры. Я за. Давай. А, так, давай тогда пойдем. Это фигня, по миру это не нужно. Будем. Че? А, я то все залутал, можете не идти туда. И как это там, не идти, если вернее, я ничего все... нету. Ну есть тут все. Так. У нас что-то фигня какая-то. Там цветочки. О, у нас тут кроватки есть, я их возьму с собой. А, возьми, да, кровать, а то с ними проблематично будет. Да. Так, мы, короче, с Викой ждем тебя около выхода, да? Так. Окей. Да. А, о, там какой-то лагерь военный, не знаю. Давай, Паша, быстрее. Сейчас все будет. Господи, ты че негром стал? Ты че негром стал? Каким негром ты, расист? Я черный был. Какой черный? Нега. Ой. Все, давай, ползем. Все. Покровали дом и ушли. Господи, я залезть не могу. Такс. Ты сюда, значит, полез? Ура, Вика эволюционировала, она научилась. Окейшки. Так. Это эволюция, и где мы в каком-то лагере? Слушай, я еще кровати нашел. Так. Я нашел тут пузырек. О, это мое. Лечебное зелье. Да. Это все нам нужно, естественно. О, так. О, факелы. Факел нужен. Кому дать факел? Так, карту нашел, карту. У меня есть факел. Я карту нашел. У меня есть. Ребят, я карту нашел. О, молодец. Так, тут у нас что-то. Теперь я знаю, где тут мы находимся. Смотри. Так, СГТ Форт. Причем тут Форт, не знаю, но вообще. Пошли туда. Окей. О, слушай, знакомое же место. Да, ну помнишь, мы тут ходили? Стоп, погоди-ка. Так, окей. О, смотри, я нашел, короче, это какую-то записку. Записку? Читай. Ой, тут все по-английски. Тут Рональд нам написал, что если вы чувствуете. Ой, не, имеете уже какую-то хрень, короче, говорит. Пойдем сюда. Да? Идем. Короче, говорит, валите из города ко всем чертям. Ну, видимо, он сдох, наш Рональд. Так, тут что-нибудь есть? Тут у нас ничего нету. Окей, пошли дальше. Может в этом домике что-нибудь есть? Нет, это все-таки не то место, которое я думал. Ладно. Ой, Вика, сейчас будешь выбирать домики, короче, в которых жить будем. Опа! Поехали. Ждем у Миральда, где он там? Я тут. О, тут спаунер зомби. Да? Да, тут у нас что? Нас мы, короче, за городом. У нас какая-то столовая. Вика, ты столовая. Куда? Это на самом деле мне не очень нравится. Эмиральд, ты где? Так, я в каком-то здании, в столовой. Здание. Ой, тут зомби, тут иди зомби. Иди сюда, Нейзи, за мной. Иду, погоди. Мне надо его избить, вот. Все, я его убил. Сейчас. Так. Все, ты идешь к нему. Черт, сколько тут зомби, тут их целых два. О, да, тут какая. Слушай, это. О, блин, динамит! Я нашел динамит! Да? Да. А где ты?
Я тут. А, вот, слышу где-то. Ох, так. Ну-ка. Валим. Так, тут... Сейчас зомби найдет. Ой. Сейчас Нейзи меня найдет и заставит поделиться с ним. Не, ты чё? Все для тебя. Все для тебя. У меня и так нормальная экипа. Вон, бронь какая. Так что все нормально, бери, если хочешь. Окей, ушки, так. Вот, так. У нас... О, еще сундучки. Деревянные. О, огниво. О, может, что такое? Зелье ночного зрения? Офигеть. Ой. Круто. Ночного зрения? Да. Стоп, стоп, ты где? Погодь, погодь. Черт, да что в тебя залази? Так, вот крыша. А, во. Вижу, вижу. Ё-моё, что с вами не так? Дверь. Сундучок. Я нашла много факелов. Много... нафига нам факел? Не, а, ночью, ночью ничего не видно. Ночью, ночью. Так, так. Слушайте, а ребята, нас... а ведь неплохое же здание, может здесь поселимся? Ну блин, давай пока еще поищем. Ну, почему бы нет, собственно говоря, в принципе. Поищем, мне просто нравится, оно такое большое, просторное, можно базу легко превратить. Да, Вика, давай пошли, короче, вниз. Где по этот... О, так, стоп, это что такое тут? Правда, у меня что-то некие, какие-то микрофризы, я не знаю, с чем-то связано, но ладно. Немножко. Это, видимо, карта немножко нестабильная. Да, так, о, вот. Давайте туда пошли. Ты, Вика, ты где, погодь? Давай так, Вику подождем. Я на первом этаже. 208 номер. Выходи, выходи из дома. Все, 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 выхожу, я иду. Угу. Вика эволюционировала, она научилась лазить. Yeah. Точно. Давай, не, achievement слушай, complete. Не нравится, давай complete. Назад, назад, это там выход из города, пошли за мной. Окей, okay, пошли. А тут почему-то, когда я на смарт-мунге бегу, меня назад... Кстати, это... как вы могли заметить, у меня есть М16А4 Азимов. Где? А, мой один. Любимый скин. Скин. Который я пока что еще не купил, но ладно. Вот он, сундучок какой-то. Так, ну, окей. Думаю, там ничего нету. Такс, такс, такс. Ну что же? Ты что заметил? Погоди. А, во, это что? Давайте тут посмотрим, что это. Это Грейси супермаркет. Давай, Market? Может тут еда есть. А у меня куча еды же. Да? Куча это сколько? Куча это много. Ну давай все равно зайдем. О, слушай, окей. В супермаркете можно базу на самом деле возвести. Да, зомби куча, зомби! Знаешь. О, черт, зомби. Где зомби? А. Зомби! Куча. Регистр closed. Ничего нет. О, зато есть. Ну да, еда есть. И. О, ведро, ведро. Это хорошая вещь. О, ведро, да, рычаги. Картины. 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 И зомби! Откуда он появился-то? Ай, зомби. Ай, ты прям на меня его кинул. Извини. Так, ладно. Если что, о, у нас, курятины, короче... курятины и молоко. О, у нас оружие все с фонариком, короче. Мне. А у меня тоже, что ли? У тебя тоже, да, с фонариками. Чё-то не верится, у меня оно без фонарика. Да ну. С фонариком. Нет, без фонарика. У меня без. Как его включить? А? Как его включить? Покажи, покажи. Оп. Вот просто посвети, посвети в дальний угол. Вот тот, чё, видишь? О-о-о! Нет, это не мое оружие. А, это у тебя, наверное, этот... Не, не знаю, что это не светит. Ладно. Так, окей, тут еще факелы. Давайте, пошли за мной. Все, мы закупились, можно уже выходить. Вернее, ограбили, да? Ну, в апокалипсисе это можно делать. Ну, тут мародерство уже все решается. А где Вик? Так, мы продолжаем. Да, немножко прибыль. Умираль немножко отлучился. Да. Теперь мы... Так, мы... Куда мы сейчас идем? А куда-нибудь, давайте за мной пойдем. Так, ну ладно, идем за Нейси. А... Маленький что? Зомби. Какой? Опять маленький. Ненавижу маленьких зомби. Иди сюда, скотина. Ты ему хэдшот поставил, у него тебе. Давайте за мной, все, пофиг на зомби. Все, отлично. Так, все зомби. А, странно, а чем? Зачем это здесь? Ну ладно. А, Вика, иди сюда. Я застряла в дверях, все, все нормально. Отлично. Так, в таком случае, куда мы сейчас. Мы сейчас, наверное... О, ребят, там же ж не боксрёбы, давайте туда пойдем. Боюсь, там немножко фризить будет, ну ладно, давай. А, надо, ну, не знаю. Надо нам выбирать дом же. Во, во, стоп, вот погоди, сюда, погоди, вот. Погоди, я канализацию нашел. О, давай в канализацию. Заценим, что там находится. Черепашки-ниндзя, мы к вам. Черепашки-ниндзя, серьезно? Они тут есть? Нет. А жаль. Зомби-апокалипсис максимум, они в виде зомби будут. Ну, может быть. Не, так, тут... О, стоп, тут выход куда-то. Ну-ка, давай посмотрим. Чё за кухня? Кухня. Сериал. Кухня. О! О! Жрачка. Приготовленная рыба. Чё, реально кухня? Во, слушай, надо... Реально тут... кухня. Вика, Вика, иди сюда. Жрать дом, чёрт. Сон. Ай, уходи. Где вы? Мы наверху. Такс, такс, такс. Иди сюда. Так, ребят, слушайте, неплохой дом, как по-моему.
А, не-не-не, мне не нравится, давайте уходим отсюда. Так. Ой-ой-ой. О, тут муха летает. Так. Тут муха. Муха. Так, Вика, иди сюда. Вот, пожалуйста, целый район домов, выбирай. Домов. О, стой, слушай, можно же объединить эти два дома. А, точно, давай, давай вот давай, это. Давай, давай, слушай, это отличная идея. Ну и ладно, за меня все выбрали. Хорошо, хорошо, я вам это еще припомню. Хорошо, неплохо, окей, окей. Так, так, значит. Бойтесь теперь. Так, тут у нас кушат. Бойтесь меня. Бойтесь меня. О, черт. Че? Я немножко упал. Гадость! Опа. Зомби, уходи! Уходи, зомби! Уходи! Не, они хуже защищают. Так, окей. Значит, что у нас тут? Гаражик? Гаражик? Гаражик, значит, гаражик. Так, надо объединить эти два дома. Так. Объедини без проблем. И чай, я дерево нарублю. Без проблем, так. Может. Значит, для этого нам понадобится что? Нам понадобится морковка. Что? Для объединения дома? Стоп, тут надо срубить железо. Стоп, паник рум... В смысле, комната паники, что? Комната паники. Вот, вы серьезно? О, я нашла кольчужные ботинки. Здесь есть диск с эти мелохи какие-то. Мелохи? Ну, мелодия мелохи называется. Ну, блин, не включай. Кольчужные ботинки. И тут есть лук, а я его себе возьму. Лук? Да. А тут зомби заспавнился. Убивай его. Погодь, погодь, погодь. Нам нужно для начала... Оп. Тут спавнится зомби. Так. Доме. Так. Сейчас мы, сейчас мы это дерево срубим. Все будет отлично. Ой. Он улетел так. Тут где-то спавнер, погоди. Походу тут будет моя комната. Вот тут. Он отсюда появился. Где? Вот отсюда. Ты где сама? А я в углу. Я в углу. Вот. Так, ребят, у кого кирка Ой, есть? Извини. У меня. Давай мне. А сейчас. Какая? Деревянные. Черт, ну ладно, пойдет тоже. О, давай каменную лучше, давай каменную. Во, все, сейчас будет каменная. Дай мне каменную кирку. Нифига. Я там срублю железо. На. Мам, неплохой домик. Давай. Я тебе скину уже вниз. Где? Где? Нет, у меня ее нету. Нету. Ой, клевая комната. Так, легко просто нету. А вот она лежит же, ну. На кухне. Кассета. О, господи, ты где сам-то? Здесь. Стиза, ты где? Где? Вот здесь. Наверху, в паникруме. Блин, так бы и сказал. В паникруме. Конечно, в паникруме. Где еще может быть эмеральд в современной жизни? Блин, а, Вика мне мешает. Давай, держись. Идем сюда. Так. Все, сейчас будем делать капитальный ремонт. Охо-хо. О, красивая мелодия. Ну нафиг. Забанят еще за авторские права. А, я ее подобрать. Это же Майнкрафт, тут не банят за авторские права. Мне пофиг. Хотя ладно. Так. Ну да, 2D спрайт, конечно, вместе со мной вращается. И я никакие предметы почему-то подобрать не могу. О, она сосалась в меня. Тихо, устанавливаем запись. Так, продолжаем. Отлично, все отлично у нас. Так, я не срубил, правда, эту кусочек, но сейчас я его срублю, и все будет отлично. Кусочек железа, ну так вот. Такой маленький кусочек. Так, у нас коврик. Надо как-то пометить, что это наш дом. Давай я поставлю, не знаю, тут... Это... Кого? Типа маяка, ну, из факела. Маяка из факела? Наверное. Давай. О, сейчас заставлю тут еще плюс. Надо же еще написать будет потом. Что написать? Ну, типа, это наш дом. Это наш дом. А чей-то дом? Каким образом? Так, у нас на него есть права. Авторские, например. Тем временем на улице темнеет. Тем временем на улице сезам. О, я да. Как-то оповестил, правда, тут в воздухе летает этот, но это не важно. А, блин, я... О, меня спасли. Как, сколько же можно падать-то, а? Меня спасли. Тебя спасли? Хорошо. Спасли, о, это тут, радует. Тут зомби, смотри, появился где. Так, офигеть, что-то... Смотри, смотри, Вика, иди сюда. Иду сюда. Смотри. Это наши.
Они башкой мотают. Может, оставим их тут, а? Чё вы там творите, ребят? Вы что там с ума вообще посходите? Да мы тут зомби заперли. Да. Домашние зомби. Домашние Джеффи Джеки. У меня вообще какая-то... Кстати, эта серия набрала 100 тысяч просмотров. У меня какая-то фигня пишется в чате, непонятная. Почему? Что пишется? Какая-то блок, нейм какой-то. Не знаю. Кстати, серия про, ну, стрёмные приключения про Джеки и Джеффи, да? Она собрала 100 тысяч просмотров. Так, сейчас я по-быстренькому в настройках уберу это дело. Ага. А то это никому не приятно будет смотреть. Так, настройки. О, какой настройки трансляции сетевой игры? Так, чат. Скрыт. А, чат, да, ты чат. Все, супер. Ух ты, так. Ты что тут наделал-то уже? Вы там какую-то фигню творите, я слышу. Так, значит, что у нас тут? Так, что нам? Кровати, вот. Точно. Да. А, что? А, где это я? Черт возьми. Ага. Куда поставить кровать? Я, короче, буду спать. Дай делать все. Как хотите. А, это гараж? Ох-ох-ох-ох. Ой, не-не-не, я туда не хочу. Гараж? Так, окей. Ох-хо-хо. Факел. А, не, я тут буду спать, тут уютно. Так, тут зомби рядом. Надо... Я на самом деле в этом гараже бы спал, тут так красиво. Ладно, я тоже за компанию постреляю. Я тоже хочу пострелять! Стреляй, кто тебе не дает. О, смотри, чай, я лягу. О, меня чё? Убили. Нет, не убили. А, порежу всех. Ты где там, ты чё? Я этих зомби режу. О, офигеть. Ты умрёшь? Нет! Я же умру, походу. Мне это не стреляй! Я тебя не стреляю. Всё, я всех разложу. Молодцы. Офигеть, сколько тут трупов, вы бы видели. Ну я не буду это видеть, потому что потому что у меня не работает эта фигня. Офигеть, я хочу... Вот, смотрите! Всё. Тут висит табличка, можно записать наши имена. Уходи, уходи! Ой. Меня-то за что? Ладно. Умри! Офигеть! Так, ребят, что получилось? Давайте домой просто, домой. Давайте. Все. Так, сейчас я сделаю нам спаленку, и мы будем тут спать. Ачи! Будь здоров. Спасибо. Так, значит, надо это застроить тут еще внизу, в гараже. Гаупвахта получается у нас. Зеленого слоника. Серьезно, посмотри на эти углы, они сейчас просто похожи, нереально. Покажи. Чего? А, ну ладно. Так. Ну-ка, где? Да. Определенный ремонт сделать надо. Ух ты, ну, блин, прикольно получилось. Да. Так, только надо все сложить тут. Сюда. Окей. Во. Так, значит, что у нас получается? Получается у нас такое. Ну такая вот типа комнатки. Так, а я так. Буду спать буду. Тут Вика спать будет. Угу. Тут буду я спать. Я буду спать. Я тут буду спать, под вот этими граммофонами. Реально, а что тут, что ты делаешь? Диджей Энейзи. Да. Ох! Вот это джекпот. Эмеральд, за что? Блин, странно. Так, окей. Надо еще потом. О, вот нам нужен. Нам нужен что мы. А, вот точно нам нужно. Уходи. Так. А, вы руки мыли. О, а ну, уходи. Че тянешь? Руки мыл. Руки мыл, говорю. Че тянешь ко мне руки? Убрал руки. Мои руки, уходи. Мыл руки, нет, все, уходи. Че, не понял? Ну-ка, пошли отсюда! Депортируем вас обратно! Обратно! Куда? Оу, черт! Ой! Спасибо! Прости! А, я буду мстить! Черт, дай! Сколько в мосту! Когда-нибудь, как ты станешь твоей домой? Извиняюсь, я попадаю! Ща! ТП. Ща, все, я тебя тэпнул. А, у меня мало ХП. Ой. А где? Ай-яй-яй. Спасу тебя. Эмеральд жив. Эмеральд живее всех живых. Господи, сколько упаков. Так, я пока в этой яме посижу. Да, все, мы заперли все.
Все, отлично. Теперь мы можем спокойно... О, стоп. Может, нам из этой штучки... Может, из этого вот камина нам сделать что-нибудь прикольное? Например, телепортер? Например, баррикаду. Почему бы нет? Ну, вообще, ну, тут куда? Надо... В камин? Телепортер в Хогвартс какой-нибудь, не знаю. А, шкаф. На... О, точно, давай шкаф сделаем, тут и будем порезы хранить. Можно бы ты тут спать? Ну, бы и нет. Вот, где? Вот так. Вот так. Ладно. Тогда я тут буду спать. Тут будь... Нет, тут никто не будет спать. Короче, тут дофига кровать. Вот твоя кровать! Вот она! Вот она. Всё, так кто, это моя двойная спать? Кровать. Это моя двойная. Я жирный слишком. Буду вот так вот. Как? Да! Лайк и босс, буду вот тут так, такой лежать. А я буду спать. Вот, по-моему, прекрасно, да. Господи. Сейчас Вика все наши кровати заберет, а мы на полу будем на этом коврике. Ой, спать. Ага. Чё? Хорошая идея. Питомцы какие-то. Нет, я пошутил. Хотя, ладно, я не против. Так, туда можно забраться? А почему нельзя? Куда мы? Я на крышу попал. Прям так. Вот так вот? Через дымоход. Через дымоход? О. Так, у нас вот тут такой будет построить. Мы построим. Мы построим тут переход и будет как-то. Ох ты, там зомби паркурит! Где зомби? Там паркурит? Зомби паркурит. Вот в окне. Смотрите, он там паркурит. Офигеть. Паркур. Так. О, так, смотри, тут еще кровати. Так, remember, beds are in houses. О, сколько тут фанатов. Ну-ка, что бы с ними сделать? О, слушай, а тут закрыто. Давай-ка в них постреляем. О, лучшая идея. Вот так много. Так. Что у нас вообще лежит? А вы где вообще? Я тут захочешь. Я во втором доме. Что там делать? Зомби стреляю. Видел сколько. Офигеть, ты что тут делаешь, кровавая баня? А-то? Все, вот так вот, режу ножом, вот так вот. Ножом, опа. Все, и тебя тоже. Ножиком. Ладно, так, мы уже продолжительное время снимаем. Давай ложиться на кроватку. Окей, почему бы нет? Ай, зомби, уходи. Вау. И ты тоже уходи. Все, я его убил. О, черт. Че? А не, все нормально. Естественно. Опа. Всё. Лезешь, давай. Давай это, на второй этаж, Вика, иди. Да. Ладно. И быстрее лож... Чё, где монстры, вы чё? Так, я ребят, иду. Ну что, давайте уже сюда? Да, давай. Давайте. Что ж, дорогие друзья. Ну, Нейзи, давай, итоги. Ладно, ну сегодня короче. Сегодня ты их считаешь, а не я. Так, там нам мешают? Мешают закончить? Мешают? А ну пошли, все, не дают закончить нормально. Вот совсем мы озверели, а? Итак, значит, в этой серии что мы сделали вообще такое? Мы нашли себе дом, да, базу. Нашли дом, целых два дома. Убили кучу зомби, нарыли кучу шмота. Вот куча, огромная куча просто. Которую я не вижу. Куча. Ну посмотришь на видео. Кстати, настает рассвет. Ребят, нам уже продолжится спать. А, да. Окей. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. С вами были Эмиральд, Нейзи и Викосп. Всем пока! Пока!